Театр «Шаби» всегда радует юных зрителей интересными постановками. Ко всем спектаклям актеры подходят с душой и стараются сделать так, чтобы каждое представление было интересным и запоминающимся. Даже несмотря на то, что сталкиваться приходится с серьезными проблемами, скажем, здание театра нуждается в капитальном ремонте. Фасад обветшал, стены сыпятся, и это далеко не все. Но есть и хорошие новости. Не так давно театр включили в федеральную программу, а еще в партийную программу «Единой России» «Культура малой родины». Подробнее обо всем расскажет моя коллега Алана Тумаева. Известную фразу о том, что театр начинается с вешалки, к театру «Шаби» применить сложно. Здесь зрителя встречают обветшалый фасад здания. Кирпичам уже больше века. Одни осыпались, другие покривились. За 100 лет капитальный ремонт планируют впервые. Фасад здания будет зачищен, отпескоструен, будет заменена кровля, будут заменены окна. Здание является историческим наследием, входит в список памятников архитектуры нашего города. Реально отражает картину двор театра. Он давно в аварийном состоянии. Запасную лестницу не ремонтировали никогда. Стены осыпаются, а забор по периметру вот-вот обрушится. Небольшие реконструкции в театре несколько лет назад проводились. Тогда помог глава республики. В порядок привели холл театра и частично зрительский зал. Все для того, чтобы не останавливать творческий процесс. Да, были отштукатурены, побелены стены, оцинкованы полы, покрашены, была заменена система отопления первого этажа. Большая часть театра не используется, это небезопасно. Огромные подвальные помещения покрыты грибком. При этом актерам остро не хватает мастерских, гримерных, кладовых комнат, нет места для репетиций. Эта комната находится прямо под сценой. Раньше здесь проводили репетиции, но стены начали покрываться грибком, а пол и вовсе провалился, поэтому репетиции пришлось прекратить. Сейчас здесь хранится инвентарь. Не так давно театр включили в федеральную программу поддержки театров кукол, а еще в партийную программу партии «Единая Россия. Культура малой родины». На все выделенные средства, это порядка 32 миллионов рублей, планируют капитальный ремонт. В планах закупить необходимое театру оборудование. Была установлена механика сцен, штанкетное хозяйство. Сегодня театр нуждается в поворотном круге, который является неотъемлемой частью механики сцены. Надеемся тоже за счет федеральных субсидий этот круг приобрести и, собственно, установить уже в процессе ремонта. Проект есть. Приступить к работам планируют уже в следующем году. Постараются сделать в кратчайшие сроки, но главное – качество. Планируем завершить ремонт к осени, к открытию нового юбилейного сезона, потому что сезон 2020-2021 года у нас будет юбилейным, 80-летие мы будем отмечать, поэтому хотелось бы его уже в отремонтированном здании с хорошей программой, с юбилейной программой открыть свои двери для зрителей. На время ремонта работу театра останавливать не будут. Программа расписана. Работают с еще большим энтузиазмом, ведь впереди юбилейный сезон. Алана Тумаева, Александр Каджаев. Новости Осетии.